Ты, в общем, человек серьезный. Только твоя серьезность направлена на то, что тебя занимает, а не на то, что достойно внимания. Ты слишком занят собой. В этом вся беда. Отсюда твоя ужасная усталость. Но что еще можно делать, Дон Хуан? Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого. Именно от этой усталости ты глух и слеп ко всему остальному. Дон Хуан.